рама. Как получить бесконечность? Самая рамская рама. Первый способ. Толщина. И еще ручки такие. Вот. Сейчас мама моет раму рукой, а должна быть тряпочка. Второй способ. Если есть тряпочка, то должен быть и тазик с водой. Да что ж вы такие непонятливые? Это моя мама моет окно, ведь отбрызгивает. Третий способ. Нам должны деревья и дом. Занавески забыл. А еще нужны стены, чтобы окно не висело в воздухе. И еще обои, полосочки. Четвертый способ. Паук, коврик, цветы.